Выдергивай. Так, а сегодня мы идем к Полине делать не реснички, так как она начинающий профессионал. Вот. Будет делать мне ресницы. Один раз я уже делала у нее, но это было давно, когда она только-только начинала и тренировалась. Вот. А теперь иду, вроде как у нее рука поднабилась. Значит, идем делать. Пойдем. Полин, мы, короче, у домофона. Не открывается дверь. Ага. Замуровалась, ё-моё. Привет. Пока что насадил спартанские условия. Она только начинает. Что, очень по-домашнему. Все по-домашнему, студию пока нет. Полина учится на косметолога. Я уже училась. Вот, уже училась. То есть она делает инъекции, всякую мезотерапию, биоревитализацию. То есть это витаминчики в лицо, уколы в лицо. Тебе удобно? Да, им вообще шикарно. А что вот этот Эль я уже делала, но он как-то мне не очень понравился. Не нравится? Эмочку можно. Не очень. Вот, короче... Поняла, да? Что я хочу. Как дела-то у вас? Мы не видимся. Да, к этому еще такую чуть-чуть липучечка. Все. Ах ты, маякун, ах ты, фулюган такой, ты что спер наушники, меломан ты сраный, а? Все, подорезка его нафиг. Давай, видишь, пока. Видишь, что меломанчик. Это у нас идет процесс обезжиривания, я так понимаю, да? Угу. Так, для понимания, там еще старые отдираем. Не живые, а старые накладные. Не живые. Кошара, уйди. Кошара. Ты тебе не заяц, он так не убьет. Понятно, не получится так. Полина, А это что происходит? Это ремувер. Как? Ремувер. Для чего он? Чтобы снялись ресницы эти. А, типа они к этому прилипнут и отдерутся, да? Да, они растворяют клей. Я могу побыстрее это сделать с зажигалкой. Тогда наращивать будет не на что. Так красавец. Иди вот сюда. Короче, кот хулиган. Он, да, он хулиган. Потому что его мама очень сильно любит. Ой, Юль, я видела бы сейчас свое лицо. Господи. Не надо. Теперь застыть должно это все дело, да? Нет, растворит клей, я это сниму просто. Ага, вот ничего. А я думал, это типа воск прилипнет. Механически, механически тоже можно, но там. Может здесь я вас. Так, чистка ресничек, я так понимаю, подходит к концу, да? Да, все, вот они чистенькие. Сейчас перейдем к новому этапу. А еще у нас Полина по образованию медик. Так что все не просто так. А все довольно-таки серьезно, да, Полиночка? Конечно. Слышь, вот века подтяну. Специальные скучки какие-то, да? Ну, не специальные. Ну не прям обычный, да? Ну да.
Это клей. А, это клей, да? Да, я же говорю. А это ты уже клей собрал? Это ядерный клей, да. Почему ядерный? Ну, вонючий тоже. Если он соприкоснется с хлопком, он начнет возгораться. С чем соприкоснется? С хлопком. То есть отвратная палочка загорится? Да. Ранее не произойдет, а просто в реакцию с хлопком. Пойдет. Вот клей входит в реакцию с хлопком. Не получилось, берем следующую. Малюсенькую гильзу. У меня будет новая кушетка с массажем, анатомическая и подогревом попы. Заказал. Да гуф, ну иди! Вот такой уже заметный пучочек у нас образовался. Но времени ушло на это довольно-таки много. Короче, это кропотливая и долгая работа. Это начало всегда долго идет. Потому что углы глаза, они очень сложные. Поймать их сложно. Я уже настроюсь на косметологию. Лучше косметологию снимать. Вот это вот. Вот какие уже пушистенькие стали. Вот так. Ресничка за ресничкой, ресничка за ресничкой. Медленно, но уверенно. Результат видим. Ну, веник какой, ух. Это нужно быстро делать. То есть ты вот так вот прилепил, и оно уже начинает высыхать. А, то есть пока ты несешь, это быстренько надо это самое. Да, потому что одна секунда. Есть несколько таких клеев, там 3-5 секунд. У меня одна секунда. Ну, то есть я вот так вот быстро все формирую, как мне надо. Ну вот, все, мы молодцы. Все сделали, красота. Сейчас будет самое интересное. Фартануло. Конечно. Ну, ничего. Желание клиента закончено. Да. Попросила, придется. Попросила. Хочет быть самой модной на районе. Что ж вы поделаешь, если в ее понимании красота выглядит именно так? В зеркало посмотритесь. Хочет девочка усы себе чудо. Такого. Так, сейчас мне нужно будет повернуться немножко. Большой день, ну хоть бы усы не делать, не бойся. Посмотри в зеркало, и все смысленно снять спокойно. Я вот думаю, за кончик носа уже тоже порвал себе приятно. Ну, не, не надо. Это уже будет прикольно. Ну да, где это видно, женщина с волосиной на конце носа, да? Ну да, а вот усатую женщину встретить можно. Ну да. Вот. Ну, на человека похоже. Красавица. Ой. Ну, почти клево. Ага.
Самый главный эксперт. Самый главный эксперт пошел. О! Смотри, усики какие. Почти как у тебя. Рука у Гуфа белая. А у Юли. Ну и усы мне снимите. Какие усы? Самое главное, усы самое красивое. Ничего не трогай. Расчесать. Расчесывай. Так, в зеркало там, посмотрите в зеркало. Это кошмар. Все на месте были. Не снимай усы, поняла? Пускай у тебя лучше ресницы отвалятся, чем усы. Да сейчас. Я буду считать их. Скажи, сами по 4 штуки. Ну все, все, прекращай. Не дергай. Блин, у меня рука не поднимается. Давай, давай. Ну красота такая, ну. Давай хоть по одному оставим на каждой стороне. Выдергивай.